Шнайдером, и Мартин Хермансен может начать разгонять атаку, то, что он умеет делать лучше всего. И посмотрите, кому сделать передачу. Шнайдер вернул мяч разыгрывающему, хорошо отскочил под бросок, и Тим Шнайдер. Много столкновений с его участием, и вот это одно из них. Мэтт Томас. Но четверо из них очков не набирали. Фехты и Ульма. Так, Руф забивает. Игрок, который в первую очередь заточен на то, чтобы отдать пас партнеру, а не набрать очки самому. Он даже не смог. Ввел мяч в игру. Матисек. Гармансон 3. Все равно. Плюс 41. Перехват. Эрмансан вряд ли сверху забьет, да, он просто соскок. 27-я. 27 раз Тюбинген потерял мяч сегодня. Второй дивизион. А Альба сохраняет за собой третье место.